Доброго времени суток, мои дорогие и любимые подписчики и гости моего канала «Истина Таро». Вас приветствую я, Катерина. Сегодня я проведу очень сильный и мощный приворот для мужчин на женщину. Слушать его нужно столько раз, сколько подсказывает ваше сердце. Но делать это нужно чем чаще, тем лучше, от начала до конца. Итак, слушайте меня и повторяйте за мной. Господи, помилуй меня. О, Феофан Затворник, приди ко внутреннему человеку и возбуди внимание рабы Божьей, ее имя, ко мне, рабу Божьему, ваше имя. Открой дорогу навстречу и встречу не задержи. Не задержи и не дай задержать. Ни старым, ни молодым, ни верующим, ни грешникам, ни женам и ни мужьям. Ни высшим чинам, ни низшим чинам, ни первому, ни последнему. 12 учеников Христа да помогут встрече моей. Аминь. Свят святым, ангелы мои святые, купола церковные золотые, кресты и иконы, пасхальные звоны. Зазвоните и застучите, и чтоб дошел тот звон колокольный, и была бы раба Божья ее имя, подневольно. Заприте вы ее сердце ретивое на святые замки и крепкие ключи, чтоб она шла, не спотыкалась, без устали до порога добиралась. День при солнце, ночь при луне, и чтоб явилась она ко мне, не могла без меня жить, часа и минуты быть, думала обо мне, печалилась, как бы прийти ко мне, давила бы ее тоска, как гробовая доска. Не выпила бы, не съела ни куска, пока меня не напоила, покуда меня не накормила. Прилепилась бы, как репей, до меня, раба Божьего, ваше имя. Будьте вы, мои слова, крепки и исполнимы, ни одним мастером не покобылимы. Я – посох у Анны, Анна – у Евдокии. Лепила печать Наталья во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Даю этому заговору ключ. Аминь, Анна. Аминь, Евдокия. Аминь, Наталья. Аминь,
Ваше имя? Господи, благослови, так бы милая меня любила, всех бы мужчин ради меня позабыла. Как люди на церковь дивятся, потерять милость Божию боятся, так бы милая моя меня любила. С ложки, с чашки поила и кормила. От всех бы она отвернулась, ни к одной бы женщине не прикоснулась. Я ей и солнце, я ей и луна, последняя из жизни еда, последняя при жажде вода. Как этот лед, эта вода, Господи, благослови, ко всем мужчинам остуди. Одно слово в пороге, другое на пороге. Одно в холодной воде, а слово – дело на мне. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь.